самых значимых событиях последних дней расскажем в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! Впервые не только в Губкинском, но и на Ямале речь о финансировании строительства школы и детского сада в строящемся 17-м микрорайоне. Социальные объекты возведут за счет федерального финансирования с помощью облигаций «Дом.РФ». Механизм инфраструктурных облигаций позволяет объединить возможности «Дом.РФ» региональных властей и застройщика и направить их на возведение крупного жилого массива. Образовательные учреждения появятся в рамках комплексной застройки, то есть губкинцы переедут в новый микрорайон, где уже будет вся необходимая инфраструктура – и социальная, и коммунальная. Тут ничего не было, никаких электролиний, никаких линий канализации, тепловодоснабжения. Здесь вообще ничего абсолютно не было, это тоже все строится с нуля. И самое главное, что это идет параллельно. Конечно, безусловно, огромную поддержку нам в этом оказал наш губернатор Дмитрий Андреевич. Все начинания и программы направлены на обеспечение увеличения качества жизни ямальцев, в том числе губкинцев. Первые новоселы, а это 1000 губкинских семей, переедут в новые квартиры 17-го микрорайона уже в конце 2022-го. Сейчас там по программе переселения из аварийного жилья строятся 3 пятиэтажки. Еще 4 начнут возводить в этом году. Средства предоставляет округ. Общая площадь многоквартирных домов здесь будет более 50 тысяч квадратных метров. Это очень большой объем для нашего города, и очень замечательно, что это у нас происходит. 50 тысяч квадратных метров позволит нам переселить порядка 50 домов деревянного исполнения. Переселить губкинцев из аварийного жилья и помочь молодым специалистам улучшить жилищные условия – одна из главных задач, поставленных главой региона Дмитрием Артюховым. И сегодня можно с уверенностью сказать, губкинский с ней успешно справляется. Где будем рыбачить, спрашивает глава города. Его вопрос на первой полосе губкинской недели. Андрей Гаранин призывает горожан вместе выбрать самое клевое место. Свои предложения можно оставлять на страничках социальных сетей главы города. Также в свежем выпуске о том, как ямальским школьникам бесплатно получить дополнительное образование и какие перемены ожидают молодежный центр «Современник». А еще коллеги-журналисты вместе с сотрудниками ЗАГСа подвели итоги года. Сколько зарегистрировано браков и разводов, сколько малышей появилось на свет в 2021 и какие имена самые популярные. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Губкинской недели». Цифра недели 7 – это количество случаев мошенничеств, зарегистрированных в Губкинском уже с начала этого года. И если раньше речь шла о десятках, а в редких случаях сотнях тысяч рублей, которых лишались доверчивые горожане, то 2022 начался с цифр с 6 нулями. 6 600 000 рублей потеряли трое губкинцев во вторую неделю наступившего года. Так, 10 января мошенники убедили двух мужчин увеличить доход с помощью инвестиций. Один вложил 2 600 000, второй 1 400 000. После перевода денег аферисты прекратили выходить на связь, а потерпевшие с заявлением поспешили в полицию. Инвестирование или игра на бирже – эти схемы в последнее время очень популярны. Что говорить, если только в Губкинском с начала года уже такие показатели? Наши граждане находят ссылки в интернете о заработке путем введения, вкладывания денежных средств в биржевые ресурсы какие-то. Вкладывают деньги, какое-то время они крутятся, играются, повышается их количество. Возможно, даже некоторые получают, извлекают какую-то прибыль, но она не столь великая, не столь большая, 7-10 тысяч рублей. Но при этом люди, понимая, что они могут получить выгоду, не прикладывая к этому каких-либо усилий, начинают вкладывать очень большие суммы денежных средств. Почему мы верим мошенникам? Что это? Человеческая жадность, какой-то страх, наивность или доверчивость? И вроде бы все уже знают, нельзя сообщать пароли из СМС-сообщений и код с внутренней стороны карточки, но мошенничеств меньше не становится. В чем причина? Что об этом думают горожане? Потому что хотят побольше заработать и ведутся на 5%.
где можно в банке получить 5%, а им обещают 10-20%. А и люди просто от жадности своей. Там, во-первых, психологически обрабатывают очень сильно и в основном затрагивают незащищенные слои населения, такие как пенсионеры, там, которые еще молодые, неопытные. И забалтывают, запугивают, наверное, так. Тут такое, надежда на авось. А вдруг повезет? И надеются, что, в общем-то, прокатит то, что они там обещают. И зачастую, мне кажется, так это срабатывает. Я человек осторожный, это на такие вещи не ведусь. Может быть, еще и, опять-таки, человеческая жадность. Ну, вдруг хапнул. Потому что надеются на что-то лучшее, а чего же. А вдруг повезет? Вот на удачу, так вот получается, мы попадаем. Потому что я сам в такой ситуации был, знаю. Приходит смс. Ну, я маленько просрочил, там, не заплатил. Вот, небольшая сумма, там, 3500. Вот. Ну, женщина такая, она, я сразу понял, она даже двух слов связать не может. Ну, так, разговор такой у нее, не, ну, как бы сказать, неграмотный. Вот. Ну, вот я тоже доверил, я деньги перевел. Она говорит, все, мы с вами свяжемся и по сей день. И сейчас ни трубку не берет, ни на смс не отвечает. Надо просто внимательнее изучать все это, чтобы не попадаться на их уловки. Потому что они всякие схемы новые придумывают каждый раз. И люди доверяют, доверчивые просто. Схем действительно много. Например, покупки через интернет. После перевода денег за товар сайт прекращает работать, и в итоге ни стульев, ни средств. Также одно из самых частых мошенничеств в Губкинском, когда звонят от имени сотрудников банка и предлагают перевести деньги на безопасные счета. По этой схеме 14 января женщина лишилась 2 600 000 рублей. Полицейские пытаются вычислить мошенников, но зачастую такие преступления раскрываются очень долго. Когда мы выходим на человека, кому принадлежит карта, мы упираемся в промежуточное звено. То есть так называемые дропы, которые просто осуществляют оформление банковских карт либо номеров телефонов, которые фактически в преступной цепочке не играют никакую роль. Так как не лишиться своих кровных? Большого секрета нет. Не совершайте финансовые операции по инструкциям, которые получаете по телефону. Никому не сообщайте реквизиты банковских карт, коды, одноразовые пароли для подтверждения операций. А если вам звонят и представляются сотрудниками банка или полиции, прервите разговор, перезвоните сами по официальным номерам этих организаций. В рубрике «В сети» об омикроне. О новом вирусе в начале недели рассказал главный профилактолог Ямала Сергей Токарев во время прямого эфира. Его доктор медицинских наук провел в телеграм-канале «Ямал здоров». Отодвинуть проникновение омикрона на Ямал вряд ли удастся. Он неминуемо к нам придет. Уважаемые губкинцы, как вы уже знаете, на территории нашего округа были введены дополнительные меры для усиления безопасности ямальцев. Это нужно для того, чтобы защитить нас от нового штамма коронавируса. С понедельника в городе будет организован еще один колл-центр с силами немедицинских работников. Кроме этого, организуем дополнительный транспорт для наших врачей, для забора анализов, доставки медикаментов и выездов пациентов. На срок до 2 недель переведем на дистанционное обучение школьников с 1 по 8 класс и студентов колледжа. Детские сады также не будут принимать воспитанников. Но уже идет работа по организации дежурных групп. Отменяем в городе все массовые мероприятия до 15 февраля. Прошу работодателей нашего города принять решение о переводе до половины сотрудников на удаленную работу. Сейчас наша общая задача не допустить распространения этого вируса на Ямале и в нашем городе. Дорогие друзья, прошу всех очень ответственно отнестись к этим мерам. От этого будет зависеть наша безопасность, безопасность наших детей и наших близких. Берегите себя и свое здоровье. Ямал готов к новой волне коронавируса. Регион обеспечен запасом лекарств, свободным коечным фондом. Наш регион готов и к развертыванию дополнительного коечного фонда в случае увеличения в абсолютном выражении количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, нуждающихся в кислородной поддержке, лечении осложненных форм коронавирусной инфекции. Это же касается, безусловно, в первую очередь пожилых людей, иммунных неответчиков и детей.
По словам врачей, именно дети с приходом омикрон-волны оказались в большей опасности. Они болеют чаще и тяжелее. Мы максимально призываем всех родителей быть крайне внимательными к своим детям, незамедлительно обращаться за медицинской помощью к специалистам в случае выявления у ребенка катаральных явлений, явлений острой спортивно-вирусной инфекции, не заниматься самодиагностикой, самолечением, не запускать случаи вируса, да, а делать это совместно с вашим лечащим врачом, с вашим врачом-педиатром. Омикрон – это все тот же коронавирус, недооценивать его нельзя. И если у вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме, то у детей часто вызывает серьезные осложнения, такие как синдром мультисистемного воспаления или синдром Кавасаки. Синдром Кавасаки, когда воспаляются многие очень жизненно, в том числе важные органы и ткани, происходит их процесс системного иммунного воспаления, поражаются кожные покровы, поражаются ногти, там, ну, это все внешнее проявление, но это очень достаточно серьезное, тяжелое заболевание, с которым сложно справиться. При омикроне под угрозой и люди старше 65 лет, у них выше риск попасть на ковидную койку. Как же защищаться? Самый эффективный способ – вакцинация. Если вы привились спутником нашим свыше полугода назад или болели свыше полугода назад, то бегом на повторную вакцинацию за третью дозу вакцины. Вакцина у нас в запасе есть. Пожалуйста, получите третью дозу и снизьте риск тяжелого течения от омикрона. Особенно, я повторюсь, это касается пожилых людей. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране. Это связано с ранним выявлением заболевания и сплошным тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ. Еще одна мера профилактики – вакцинация. В Губкинском первым компонентом привито более 12 тысяч горожан. Полный курс иммунизации прошли более 11 700 человек. Врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев после первой. Те, кто вакцинировался, получают QR-код. В последнее время он необходим для посещения общественных заведений, салонов красоты, ресторанов, культурных и спортивных учреждений. В Челябинской области пошли дальше. Там предъявить QR-код необходимо было тем, кто пришел окунуться в Крещенской купели. А в соседнем Ханты-Мансийске, а также в Красноярске, Улан-Удэ, Перми, Оренбурге и других городах обряд и вовсе отменили. Там ежедневно фиксируются сотни случаев заражения COVID-19. Считается, что купание на праздник Крещения Господня помогает укрепить здоровье. Вода в этот день считается целебной. Вот только медики из года в год твердят, погода нашего северного края не расположена к таким обрядам. Они могут принести не пользу, а вред организму. Это опасно для людей, перенесших серьезные сердечно-сосудистые заболевания, для людей с нестабильной артериальной гипертонией. Вот. Ну и в том числе для людей, перенесших COVID-19, по причине того, что он зачастую вызывает различные легочные осложнения в виде легочной и дыхательной недостаточности, а также различные осложнения в плане тромбозов. Вот. Поэтому людям, перенесшим ковид, нужно с осторожностью подходить к этому вопросу. Тем не менее, желающих окунуться в купели много. О том, как в Губкинском отметили светлый праздник Крещения Господня, расскажем далее в рубрике «Дата недели». Щеверуйтесь, я самое чистое тело твое, и сияет самая чистая кровь твоя. Молюсь, Боже, помилуй меня и прости мои прегрешения, больные или не больные. Любой православный праздник начинается в церкви. Настоятель храма молится о благополучии всех православных христиан, а после причастия завершает службу крестный ход. До реки Пякапур, где традиционно проводят водосвятие, прихожане добирались на автобусах, и их предоставила администрация города. Губкинцы, с праздником! Берегите друг друга, цените чистоту души и тела своего, заботьтесь о своем здоровье и о ближних своих. И пусть с нами пребудет Господь во все веки. Аминь. Православные охотно окунались в Пякапур. Для одних это дань традиции, для других – духовное упражнение. Я купаюсь каждый год. Единственное исключение было один раз, когда я приболел, а так как бы... Ну, считаю, что это святой праздник, крещение, поэтому, соответственно, прихожу и купаюсь, несмотря на погоду, на любую и на температуру воды. Просто шикарно. Спустилась Божья благодать, вот честно. Нырнула, вынырнула, зашла в раздевалку, не холодно.
Согласно церковному обычаю, крещение отмечают 8 дней. После этого православная церковь будет готовиться к празднованию Сретения Господня и Великому посту. На сегодня все. Желаем, чтобы вера всегда придавала сил. Берегите себя и до встречи в программе «Неделя в городе».